Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале «Русская душа». С вами Марина, и мы в центре города Иркутска. Я хочу вам показать небольшой рынок в центре города. Но сначала покажу дома, ну, район, рядом с которым расположен этот рынок. Современное здание, такой современная архитектура. Пошли по рынку. Вот мед привезли, продают. Квас колчаковский, хлебный, свежий, натуральный. Рассада, картошка, соленья, это, видимо, все свое. Вот черемша, медвежий лук, это местная красота. Местный деликатес, вот тоже черемша, ой, да. Рассада. Ну, это, видимо, розы привозные, не местные. Вот капустка своего производства. Так, давайте пройдем, посмотрим. Молоком торгуют. И тут молочные продукты. Мама у меня любит брать бурятские продукты. Местных жителей привозит. Фермерством занимаются испокон веку. Вкусное. Я уже наелась сладких сливок, в которых ложка стоит. Уже не буду. Вот, пожалуйста, это из Китая. Лисички. Желайте парашюты. Чепчики. Видите, тряпочки китайские, всякие разные продаются. Ну, что хочешь. Общественный туалет. Платный, наверное. Вот. Пардон. Овощно-фруктовый ряд. Картошка 25 рублей. Лук 45. Новый урожай. Помидоры Ташкент 180 рублей. 150. Марокканские апельсины. И таиландские манго. Мы манго, кстати, сейчас купили. Сухофрукты, орехи. Орехи мы взяли. Этот грецкие орехи красивые такие. Черешенка ташкентская. Видите, продается 250 рублей черешня. Огурцы 180. Сладкий перец 190. И даже арбузы есть. Вот. Молдова, 250 рублей. Грецкий орех. Абрикосовые косточки, тыквенные. Все, что хочешь. Вот как выглядит изнанка рынка в самом центре города Иркутска. Красота. Меня это не раздражает. У меня ностальгия. У меня ностальгия. Прямо до конца налево. Вот тряпочки. Туда вот, да? Только развешивают. Вот. Усольские мясопродукты. Сельскохозяйственная молочная река. Тут, ну, вещи тут, тряпки все. Дух китайская. Дешевое все. А вы знаете, на, там на несколько... Времени хватит, и ладно, на сезон. А садовые перчатки есть у вас? Есть. Покажите, вот обливные, которые. Эти 50 рублей. Я поняла. Вот эти синие 25. Угу. 50 рублей. У нас в Леруа Мерлен такие перчатки 56. Тоненькие. Неважно. Вот, пожалуйста. Тапки. Все, что хочешь. Вот еще.
черемша. Это местный деликатес. Сейчас как раз она растет, собирают и пучками продают. 50 рублей, 100 рублей пучок. Ну, 50 рублей на салат не хватит. От 100 рублей ничего, так можно покушать. Здесь тоже лук-севок, орех свежий. Этот кедровый. Рисочка. О, севочек. Какой там мелкий севочек, совсем мелкий. Семена продают. Вот так тесно здесь, смотрите. Давай, покупай. Вот вам изнанка рынка, да? Учтите, это все в центре города Иркутска, в самом центре. Здесь жить очень престижно. Шикарные дома, шикарные квартиры. Новые новостройки. У меня мама живет в элитном доме. Ну, прямо здесь вот, через дорогу. Вот киосочек. Рыба деликатесная. Вот, пожалуйста. Красота. Вот вам центр сибирского города. Практически столица Восточной Сибири. Это не критика. Правда, правда вам скажу. Врать не буду. Это ностальгия. Вот так. Вот решила пройти, да, по задворкам, показать вам, чего я тут вижу. Вот, пожалуйста, задворочки. И ничего, народ привычный. Ходят, покупают продукты и вещи. Потому что все немножко все-таки подешевле, чем в магазинах. Народ экономит. Старается. Вот свежий хлеб, опять рыба, мясной магазин, овощной. Дальше уж не пойду. Ангарский мясокомбинат. Вот так. Ну, это такой рыночек-то маленький. Народу много, видите, покупателей достаточно много. Идем. Вот там садовый центр. Сейчас мамы пойдем вот этот садовый центр. Хочу посмотреть семена огурцов кураж и бьерн. Если повезет, купить, куплю. Вот. Класс. Не упасть бы тут. Мама-то вообще у меня с палочкой ходит. Тоже не загреметь. Листья на березах только распустились. Маленькие еще. Да. Здесь весна чуть-чуть припозднилась. Вот садовый центр. Сейчас сюда пойдем. Пойду уже к маме. Она меня ждет. А я вот, видите, решила с камерой пробежаться. Машины здесь довольно дорогие. Больше всего японских. Очень много праворульных машин. Здесь в Иркутске как-то любят праворульные машинки. Видите, вот опять правый руль. Так. Ну вот, привет вам всем из сибирского города Иркутска, столицы Восточной Сибири. Будьте все здоровы. Сегодня солнечный день. Мы выехали в город сдать. И вам всем желаю добра. И позитивно и спокойно относиться ко всему, что вас окружает. Не раздражаться по пустякам. Всего вам хорошего. А с вами была Марина. Заходите еще на мой канал.